Мне очень понравилось то, как это было организовано здесь, в Минске. Все, от места до мелочей, до вот этих блокнотов, ручек, безукоризненно. Считаю, что курс замечательный. Те лекции, которые были у нас, они все разные. Лекции читали профессионалы. Они живут этим. Они просто живут этим. Я думаю, для Минска это вообще грандиозный проект, с учетом того, что он сделан полностью на частные деньги. Я очень много узнала о коллекционировании вообще. Я получила очень большую основу, чтобы дальше развиваться. Мое мнение такое, что я всегда их поддержу в любых начинаниях, потому что это люди очень достойные, очень достойные. Я думаю, даже не во всех более продвинутых странах есть такие проекты. Красота, как говорят, спасет мир.